Новый год – семейный праздник. И как приятно, когда за новогодним семейным столом собрались вы, ваша любимая жена и не ваша любимая мама вашей любимой жены. Начнем. Немножко, как вы считаете? Ну, как вы любите. Надежда Михайловна, поменьше, чем нам. Спасибо. Ну что ж, дорогая Леночка, Новый год, такой праздник, и я бы хотел сделать тебе подарок. Ой, это интересно. Очень. Да, Леночка. Это путевка на двоих в Турцию. Ой, Вовка, это так приятно. Спасибо. Да не за что. И уже завтра ты с мамой валишь в Анталию. Кажется, это достойно тоста. Знаешь, Вова, а у меня для тебя тоже есть подарок. Как интересно. Сейчас принесу. Давай, давай, неси. Какое счастье. Что-то мне сдается, дорогой зять Владимир, что вы это для себя подарок сделали. Ну что вы, Надежда Михайловна, ну, у меня для вас, как естественно любящего зятя, отдельный подарок. Да не стоит. Ну что вы, это сюрпризище. Ой, да не надо. Вот, духи «Красная Москва». О, супер. Любимые духи моей бабушки. Вот теперь ваши. Значит, вы хотите, чтобы я пахла Москвой? Нет, я бы хотел, чтобы вами в доме и не пахло. Да естественно. Ну, естественно. Кто бы сомневался. Ах, ну, а что вы хотели бы получить от мамы в Новый год? Очень громко сейчас было «мамы». Как могла. Ну что, Надежда Михайловна, ну какой подарок? Ну вот зачем? Эти дешевые вещи. Зачем? Ну скажите, что хотите, и все. Ну ладно. Ну, во-первых, подарок должен быть сюрприз. Ой, да ладно. И, ну, раз вы настаиваете, я скажу. Настаиваю. Надежда Михайловна, ну вы же прекрасно знаете, о чем я мечтаю все эти годы. Что? Я? Между прочим, еще молодая женщина. Нет, Надежда Михайловна, вы что, живите, я не в том смысле. Я знаю, в каком смысле. Ну что ж, ты хотел, ты это получишь. Вот твой подарок на Новый год. И я умираю. Нет. Лена! Ой, что случилось? Я умираю, Лена! Мама, перестань! Лена, на этот раз серьезно! Надежда Михайловна, ну хватит этого цирка! На этой неделе мы вас дважды чуть не похоронили! Вова, ну как тебе не стыдно? Леночка, ты меня, конечно, извини, но мне кажется, что у тебя мама еврейка! Почему? Она уже пятый раз прощается и не уходит! А папа у тебя, ах, такой мужик был, ушел по-английски, даже не познакомившись. И вы, главное, Надежда Михайловна, имя себе такое взяли, Надежда. Ой, Вова, я умираю, Вова. Вы хотите что-то сказать? Ближе. Да-да. Еще ближе. Я слушаю. Еще ближе. Козел. Я так и знал. Ты знаешь, я даже рад. Отдельный личный кабинет. Из душа я выхожу в трусах. Ты и так ходил в трусах? Да. А маме это не нравилось? Да. Так это я ходил для твоей мамочки. А теперь буду ходить для себя. Это разные вещи, Леночка. Лена, я хочу умереть. Мама. Лена, принеси мне
приеду. Надежда Михайловна, но вы прекрасно знаете, что у нас есть только крысиный. А от него у вас, к сожалению, одно расстройство. Четырежды проверял, ну не надо. Хорош взять, хорош взять. За всю жизнь ни одного гвоздя в квартире не забил. Ничего, Надежда Михайловна, скоро я 6 штук вот таких заколочу. И памятник поставлю. Надеюсь, большой. Хоромы, мамочка, хоромы. Я уже даже надпись придумал. Ты ушла. Так внезапно. И неожиданно. Спасибо. Спасибо тебе. Надежда Михайловна, а вот вы сейчас умираете или удовольствие получаете? Скотобаза. Ну что я сказал? Вова, ну пожалуйста, ну сделай что-нибудь. Что я могу сделать? Я же не убийца. Вова, ну скажи что-нибудь. Ну ладно, Леночка. Мама, не умирайте. Вот, Лена, ты слышала? О, ведь все время теща. Грымза, это и первый раз, мама, ох, сейчас сердце выскочит из груди. Мама, мамулька, мама Соля, мама, майн либе луда. Ах, я вычеркну тебя из завещания. Прекрасно, если это ускорит процесс, я за. Я вижу свет! Свет в конце тоннеля! Свет в туалете, ты сволочь не выключила! Так, Надежда Михайловна, все, мне надоел этот цирк, все, я ухожу, надоело. Лена, он ушел? Да, мама, он ушел. Лена, это страшный человек. Лена, я видела, как он высасывал шприцем водку из бутылки. Лена, я видела, как он прятал заначку в сливном бачке. Лена, а когда он ходил к соседке Светке за солью? Я здесь, мама! Я здесь! Так, послушайте, ну, может быть, врача? Какого врача? Ты что, а вдруг он ей поможет? Так, знаешь что, Вова, звони в больницу. Да. Ну ладно, ну хорошо, Леночка, ради тебя. Сейчас, мама, держитесь, сейчас не умирайте. Алло? Алло, больница? Нет связи, может, в метро больница? Ох, какое метро? Который сейчас час? Ваш час, мама, пробит. Ну, когда-нибудь это кончится. Я уже не знаю, что говорить. Я не знаю, что делать. Ведь Новый год, ну такой же праздник, Новый год. И вообще, мама, а вы знаете, сколько... Сейчас места на кладбище стоят. Лена! Лена! Мне для твоей мамочки ничего не жалко. Ни копейки. Так, я пойду посмотрю. Может, лекарства какие-то? Хотя бы что-то. Ну, давай, Лёша, давай, неси лекарства, давай, иди. Вова. Что ты хочешь? Если я устрою для тебя этот праздник, ну? Обещай мне. Да. Что моя девочка будет жить хорошо. Честно. Обещаю, что моя Леночка будет счастлива. Обещаю. Обещаю, что моя девочка будет ходить в бриллиантах. Да. И главное, Вова, обещай, что мой голос на выборах ты отдашь за Носова. Мама, а вот если я скажу «да», вы точно умрете? Неужели совпадет? Говорят, под Новый год. Неужели? Вот это фантастика. Вот! Лена, иди сюда, я вылечу твою маму. Ну что, все живы, все здоровы. Живы. Слава Богу. Новый год? Ой. Новый год. Надежда Михайловна прям так оживилась. Да, конечно. Ты знаешь, Леночка, что я понял? Ой. Вот пока мы с тобой будем вместе, твоя мама будет жить вечно. Ну, конечно же. Почему же? Мне назло. Ах!
Вова! Мама! Лена!